Мощность казахстанского логистического узла на Каспии к 2018-му превысит 25 миллионов тонн. Увеличение грузооборота будет достигнуто за счет реализации проекта в сфере логистики. Напомню, что в этом году начата реализация второй фазы строительства порта Курык, автомобильного перехода. Проект создаст конкуренцию в развитии автоперевозок по альтернативным маршрутам. Уже подписан ряд меморандумов по привлечению инвестиций в области энергетики, транспорта и логистики между акиматом Мангыстауского региона и компаниями из Грузии и Азербайджана. Сегодня уже потенциальная возможность действующего торгового порта Курык. Он имеет возможность до конца этого года выйти на уровень до 1 миллиона тонн перевозки грузов. Я думаю, после завершения второй фазы строительных работ порт станет, я думаю, универсальным причалом для приема всех видов судов, в том числе для перевалки негабаритных и тяжеловесных грузов. Сегодняшнее подписание меморандума между портом Анаклия и Актауским портом важно как для Казахстана, так и для Грузии. Это расширит торговые отношения между нашими странами. В будущем мы надеемся на утверждение единого тарифа, который бы облегчил процессы, связанные с перевозками грузов. Порт Анаклия небольшой, он рассчитан на контейнерные перевозки. Через наш порт, мы надеемся, будут уходить в страны Центральной Азии товары из Европы и США.